Музыка всегда являлась необходимым условием общего развития детей. Одним из наиболее важных средств восприятия музыки и развития слуха является собственное музицирование. Игра на детских музыкальных инструментах – одна из самых доступных и в то же время развивающих форм музицирования в детском саду. Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств, которые могут быть сформированы именно в совместной музыкально-творческой деятельности. Игра на музыкальных инструментах тренирует мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует развитию тембрового, гармонического слуха, развивает чувство ритма, фантазию и творческое воображение. В различных видах музыкальной деятельности, в пении, в театральной деятельности, в музыкально-ритмических движениях. Бесспорная и воспитательная функция оркестра, поскольку коллективное музицирование является также одной из форм общения. У детей появляется ответственность за правильное исполнение своей партии, собранность, сосредоточенность. Объединяет детей, воспитывает волю, упорство в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, неуверенность в своих силах. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения и музыкально-ритмических движений. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Thank you.
Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем без исключения. Прежде всего, они приносят удовлетворение в эмоциональном плане. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы и сознательных отношений между детьми. На протяжении нескольких лет оркестр «Веселинка», в состав которого входят воспитанники подготовительных групп, радует своим выступлением не только в стенах детского сада «Аленушка», но и за его пределами. Коллектив является неоднократным победителем регионального конкурса «Мозаика детства». Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. ¶¶